Так, второй у нас Софийка нарисовала. Ура! Всем показываю по кругу. Это ваша Софийка? Какие елки красивые, да? Итак, вот у нас, кстати, есть один рисуночек. Кто не подписал? Кто рисовал из деток этот? Кто? Поднимите руку, кто рисовал. Чей рисунок? Не твой? Да, елочка хорошая, но не подписали, к сожалению. Вот. Ладно, давай следующий. Вот у нас девочка Лена нарисовала. Лена где? Сколько лет Лене? Узнаем сейчас. Лен, сколько лет? 8 лет Леночка нарисовала красивую и сосну, и какое-то лиственное, я так понимаю, дерево. Так, следующее. Ира 5 лет. Посмотрите, какие сосны. Все цветное, все такое красивое, правда? Да, я так понял, да, что-то похожее. Смотрите, там даже, по-моему, ангел нарисован. То есть все полностью рождественский лес. Так, хлопайте, не забывайте, это же просто, ну, надо же понять. Так, Арсений. Арсений, где ты? Где Арсений? Где у нас бандит Арсений, который с нами постоянно здесь? Арсений! Там на костре, наверное. Да, да, да. Вот, тогда, значит, идея какая? Сейчас все, кто участвовал, кто рисовал, берет свой рисуночек. В руки, да, подходим, выстраиваемся. Сейчас давай последний. Последний еще есть, да? Ксения. Ксения сколько лет? Где Ксения? А Ксения да. 2 года. 2 года. А следующий. Ирочка, становись тоже рядом сюда. Ирочка, давай. Все, идите сюда. Как-то. А нашу казку ми для громади зробили. Наша казка добрання, але схожа на життя. А всім остальним хай да, очень трудно решить, потому что все шедевры. Я думаю, что мы сделаем побольше здесь информационный щит и повесим здесь все эти рисунки. Потому что надо, чтобы они запечатлели.